Выпускной в детском саду – это так трогательно и так волнительно. В этом году ручеек в 35-й раз попрощался со своими воспитанниками и отправил их в новую школьную жизнь. В детском саду ребята многому научились. Именно здесь они нашли своих первых друзей. Но время идет, малыши подрастают, и приходит время прощаться с детским садом. На сегодняшний день в ручеек ходят 287 мальчишек и девчонок. В этом году у детского сада юбилейный 35-й выпуск. Воспитатели отправляют в школу 52 ребенка. И мне хочется пожелать всем и сотрудникам, детям и их родителям успехов, удачи, творчества, чтобы школьная жизнь была такая же яркая и интересная, как в нашем детском саду. Все ребята творческие, талантливые, это самый замечательный выпуск из всех 35. Родители активные, очень помогают детскому саду, всегда оказывают помощь и детям, воспитателям, и всему детскому саду. Выпускной – это день, когда дети и родители говорят спасибо воспитателям, которые постоянно были рядом с малышами. Педагоги дошкольного образования дали первые знания ребятам, научили их считать и составлять из букв слова. И, конечно, именно воспитатели приобщили детей к творчеству. Время быстро пролетело, промелькнуло, как голубка. Мы стоим на рядах белых, а в ладошках незабудки. Сегодня мы пригласили всех на фестиваль юных талантов. Мы вновь увидим, как неповторимы и талантливы наши дети. Сегодня будут представлены разные творческие номера. Это и песни, и танцы по номинациям. Кто-то будет, значит, танцевать в парах, кто-то будет у нас участвовать в отдельные номера. В общем, будут очень интересные, яркие номера. У мальчишек и девчонок впереди интересная школьная жизнь, но не все ребята готовы расстаться с детским садом, ведь они так его любят. Я люблю детский сад, потому что он веселый. Потому что он дружный, веселый, и здесь можно найти себе новых друзей. Потому что там дают покушать, можно поиграть, и найдешь много друзей. Хочется садик. Очень жалко расставаться, покидать любимый дом, дом, где весело встречаться в нашем городе родном. Вместе с мамой, вместе с папой эту песню допоем. Детский садик лучший самый в нашем городе родном. От воспитателей прозвучали добрые слова и напутствия будущим школьникам. Выпускников наградили их первыми дипломами и медалями. В завершении праздника дети вместе с родителями и воспитателями запустили в небо воздушные шары.